вот еще, кстати, как мы развлекаемся, когда в Дубай приезжаем, есть такая прикольная филиппинская кафешка, да, смотрите просто, какое Рио оформление, называется Рио. Автобусик такой классный. Находится на станции Салах Аль-Дин. Там еще рифмол есть прикольный. И просто оформление, да, станции метро. Вот еще написано, гитарочка здесь висит. Здесь очень довольно-таки вкусная еда. Сейчас покажем, что мы заказали. Ну, блюда такие, от 13 до 30 дирхам. А, кальмары 27, самое дорогое, чтобы... Блюдо не острое. Нет, что-то острое, что-то не острое. Ну, да. Посмотрим. Так, а ты еще расскажи, что... Где мы были? Кстати, смотрите наше видео. Я смотрю себе. Это мы сейчас наше видео делали. Я чего-то не снимала. А я опа, постриглась. Да, мы вообще это здесь по причине. По причине того, что вот мы всегда ходили, когда приезжали в Дубай, здесь стриглись. Здесь филиппинские ребята были классные. А сейчас вот подходим, и там... Такой мужик, такой потлатенький, такой как итальянец. Да, реально итальянец, но мы поняли, что это араб. Да, это хозяин кафе. Ой, кафе. Парикмахерская. Захария зовут. Небольшой трабл. Который родился на кухне, ну ладно. Он из Сирии, и он хозяин, и он рассказывал, что, конечно же, это... Да, очень все тяжело, все очень Мы удивились, знаете почему? Мы удивились очень тому, что цена, когда он сказал цену на стрижку... 20 дирхам. Мы такие, что? Вообще ни о чем. И мы там 60 дирхам обычно было. Да, и мы испугались. Ну, в принципе, это такая цена. Кстати, стрижка за 20 дирхам, ну, как-то вообще не лёжь, не закрывай камеру, по-моему. Вот, и да, и мы как... Да, ничего, не переживали. Тяжело это держать рукой. Давай я буду держать. Вот, давай, я буду это. Вот что мы хотели сказать, и что удивились и испугались сначала. Ну, давай рискнем. И он постриг перед нами парня, очень красиво. Очень красивенько, и села Оля. Но он пытался, знаете, женскую, типа там стайлинг делать. Там, это, давайте да, так да, сделать. Не, ну, классно. Мне на руку физкультуры, мне тут покороче, тут покороче. Да. Ну, предлагал маски, а потом, да. Пойду, покажу, помашу. Ему будет, наверное. Вот, и, конечно, он не должен работать, поскольку он все-таки хозяин. Ну, в том, он должен работать, но он хозяин, и стричь всех за 20 дирхам, это беда, так, ну честно, ну, да. Уже вариантов нет. Вариантов нет, как мужик так выживает, так что, ну, в итоге, пока мы ждем вкусную еду, подождите. Давайте скажу-ка я. Давай. Вдруг у вас будет шанс в Дубае постричься, так он и женские стрижки делает, и мужские, и мужичок такой вообще прикольный. Так, смотрите, вот выхожу. Сейчас немножко пройдемся с вами по улочке. Вот такой он вечерний Дубай, прикольный, да? Ой, класс вообще. Все такое яркое, прикольное. Идешь, снимаешь себе. Люди идут, кто на работу, кто с работы, кто просто идет, гуляет. Где-то туристы, большинство резиденты. Хоть туристы и поехали, в таких районах их мало. Хотя мне этот район нравится. Тут прикольный рифмол, есть, еще сделаю видео. Или уже сделала. Посмотрю, загружу ли я его. Вот. Рифмол там дальше. Потом здесь отель был прикольный. Точнее, ну сейчас есть, мы здесь тоже когда-то жили, когда на пару дней приезжали. Здесь есть магазинчики. Вот напротив Вест-Зон. Салях Аль-Дин сзади меня метро. Находится парикмахерская. По-моему, Монте-Карли называется. Как Монте-Карло, только Монте-Карли. Сейчас посмотрим. Вот тут продаются, конечно же, и телефоны, и грошери есть маленькие, водичка, чипсики, очки. Есть спа-салон. Тут девочки сидели, как филиппинки или тайки. Вот, сидят, по-моему. А вот этот Монте-Карло салон. Так, а где? Вон. Захария. Захария? Can you wave? Вот я такой мастер, такой крутой, на итальянца похож. Вообще сейчас покажу дипломы. Can I show you diplomas? Вот. Вообще, ну, мне понравилась его стрижка, мне вообще понравился. Он такой контактный чувачок. Так что, если будете здесь, заходите. I will put your video on YouTube. It's fine? Okay. Bye-bye, guys. Thank you. Все, вот. Такие позитивные ребята, в общем. Выложу вам видео, заходите, постригитесь. Стрижка в Дубае тоже круто. Все, пошли есть филиппинскую еду. Принесли нам сок.
обещали свежевыжатый. 11 дирхам. Да, Оля, смотри, боже мой, он его нес и даже не расплескал ни разу. А у меня манговые. У тебя апельсин? Апельсин? Угу. А у меня манго. Угу. Ну что? Реально хороший, спелый. Спелый сок. Прохладный апельсин. Спелый оранжевый сок. Давай. А потом я попробую. Ой, да ладно. Прохладно. Классный, даже вкуснее, чем мой. Густой, сладкий. Сладкий, может, они сахар добавили, кстати. Нет, ты думаешь? Манго, когда ты как мякоть кушаешь. Да? Здесь как мякоть. Соки. Фантастика. Хорошо. Принесли нам супчик уже. У тебя какой, расскажи? Опять этот hot and sour soup. Hot and sour soup, а у меня не острый, куриный с вермишелью. Супы здесь 11-13 дирхам стоят. Ну, такое вот. Вот вермишельку можно обнаружить. Ничего себе обнаружить. Обнаружили много. Можно курица, очень-очень вкусно. Я надеюсь. Я думаю, будем пробовать и вам расскажем. Почему? По 11. Да, по 11-13 супчики стоят. Давай, Наташа уже пробует. Ну что? Очень горячий, очень острый, очень вкусный. Нет, не хороший, отличный. Хороший? Отличный. Вот здесь они умеют тоже готовить. Хорошо, приступаем к супчикам, потом покажем вам второе блюдо. Вот это нам принесли сейчас. Кальмары стоят 27 дирхам. Так, а это что-то... вот говядина с вермишелькой 19 дирхам стоит. По-моему, да. 17-19. Если... Напишем в субтитрах. Ну вот такая вот красота нас ждет сейчас. Супчик оказался мой очень вкусный. Просто его быстро доела. Наташа все еще кушает и говорит, и что они это... мне его сделали не острым, классно. Да? Да, вкус классный. Класс. Довольная Наташа, это всегда приятно. Спасибо. Давай, Олечка. Приятного тебе. Положила я себе чуть-чуть с этой тарелочки. Смотрите, положила. Чуть-чуть, да? Нормально, чуть-чуть. У кого-то это порция, осталось. Да. Давай. Мягко. Рассказывай, насколько оно твердое, мягкое. Я сегодня начали очень мягкое. Мясо. Жую говядинка. Такая, надо пожевать. А что там еще? Грибы есть, нету? Нет. Лук, перчик, морковка. Капуста. Угу. Так, а кальмара попробуешь? Кальмара? Давай, конечно. Рискнем. Ну-ка. Потому что ты же их не очень любишь. Честно, пока только жареное чувствую, подождите. Есть кальмар или только это? Мука. Ну, рассказывай. Не пережарили? Ну, если сильно резина, то пережарили. Не резина. Не прикольно так оно. Ну, просто, да, кальмары в кляре, да? Да. Ну, и за это я их и люблю. Короче, есть можно, приятного аппетита, да? Рекомендуем. Кафешка классная, они расширили еще один зал, сделали большой. То есть мы даже неожиданно, если честно. Так что заходите, спрашивайте. Что вам надо? Острое, не острое, супы потрясающие, еда потрясающая, порции вы сами видите. Но я считаю, они огромные. На одного человека это... Да, ну, мы на двоих берем. На двоих. Ну, мы берем на двоих. Все, приятного аппетита. Пока. Вот, смотрите, ну, практически мы правильно вам сказали, супы по 13, и, говядина 17 и кальмары по 27. Ну, сок мы вам правильно сказали, 11 дирхам, и весь счет 92 дирхама, прекрасно посидели, нам понравилось очень.